А не боитесь, что вас могут призвать в армию? Ну, этого сейчас все боятся, но в этом случае я буду отстаивать свое право на альтернативную гражданскую службу, не приносить присягу, действовать так, как мне гарантирует закон об альтернативной гражданской службе права и конституция. И я считаю, что также могут действовать те, кто, кого будет призывать, и кто не согласен с тем, что сейчас происходит в Украине. Угу. А что бы вы посоветовали не только членам партии «Яблоко», но и обычному мужчину, который пришла повестка, что бы вы посоветовали сделать в этом случае? Ну, я уже посоветовал в первой части ответа, а во второй части я бы советовал не просто прятаться по углам, а политически организовываться, вступать в те политические организации, которые... ваши взгляды, ну, вы разделяете взгляды тех политических организаций, можете вступать в «Яблоко», в другие организации. А если таких организаций нет, создавайте их сами. Ну вот, не получилось отстоять свои права и закинули на войну. Что бы вы делали в таком случае? Ну, я бы лично просто бы не стал принимать присягу, не стал брать в руки оружие. Вот, призвать к этому других я, к сожалению, не могу, потому что у нас сейчас приняли закон, запрещающий это делать.